Всем привет! Я Аня, и вы на канале «Идейки за копейки». Хочу поделиться с вами идеями просто суперских антистрессов. Фиджет-борд «Амангаз» порадует вас и ваших друзей необычными антистрессами на любой вкус. Золотистый спиннер со щелкающими пупырками и в оригинальной сюрприз-упаковке будет приятным подарком для ваших друзей и точно никого не оставит равнодушным. А вот в фиджет-куб мы собрали и мини-спиннер, мини-коробочку со слаймом и даже мини-пупырки. Подписывайся, если не подписан, и поехали! От старого спиннера мне нужна серединка-подшипник. Вынимаем ее. Крутится очень хорошо. Спиннер обводим на картон и делаем отверстие для пупырок. Обклеивать буду блестящим фоамираном. Обводим и вырезаем две заготовки. Сначала приклеиваем верхнюю к картону. Сделаем пупырки. Они также будут с блестками. Нужен шарик и колпачок. Греем фоамиран, кладем на шарик и фиксируем. Немного ждем. Супер пупырка готова. Все лишнее по краю обрезаем. Делаем три такие пупырки и вклеиваем в отверстие. Я использую горячий клей. Быстро, удобно, главное аккуратно, чтобы не обжечься. Клеим нижнюю заготовку из фоамирана. Осталось заклеить край тонкой полосочкой. Серединку подшипник от старого спиннера устанавливаем в новый. Кстати, ее можно с легкостью снять и вернуть обратно, если есть такая необходимость. Красную поверхность заклеиваем фоамираном. У меня получился просто суперский антистресс. Это и спиннер, который крутится, и Simple Dimple, которым можно классно пощелкать. Сделаем упаковку для суперсюрприза. Нам нужна коробочка. У меня такая, из-под крема. Если нет, то можно вырезать шаблон из картона и склеить. Я решила сделать сюрприз по-настоящему золотым. И обклеиваю его золотистым голографическим декоративным скотчем. Вау, посмотрите, какая получается красивая коробочка. А как она переливается. Сделаем наполнение сюрприза. Я нашла золотистый шарик. Также понадобятся разные блестяшки. У меня золотистый глиттер, серебристые звездочки и розовые блестки. Делаем из бумаги вот такую трубочку лейку. И засыпаем в шарик разной блестящей красоты. И в оригинальной сюрприз-упаковке будет приятным подарком для ваших друзей. И точно никого не оставить. А пока нажимай на колокольчик, чтобы первым смотреть классные новые ролики на «Идейки за копейки». Мы собрали и мини-спиннер, мини-коробочку со слаймом и даже мини-пупырки. Подписывайся, если не подписан, и поехали! Шарик нужно надуть до такого размера, чтобы он поместился в коробочку. Завязываем, на дно кладем золотистый спиннер Simple Dimple, а сверху шарик. Супер! То, что нужно. Берем зубочистку и один край украшаем сердечками, вот так. Клеим на внутреннюю часть крышечки на кусочек двустороннего скотча. Или закрепляем кусочком обычного скотча. И делаем надпись-подсказку «Лопни меня». Как вы видите, все выглядит очень аккуратно. Коробочку я решила украсить золотистым бантиком. На квадратике фоамирана рисуем две диагонали. По ним к центру делаем вот такие надрезы. Две параллельные стороны закругляем вовнутрь. На других двух сторонах делаем вот такие надрезы. Собираем бантик, используем термоклей или суперклей. Если не успеваете, ставьте видео на паузу и повторяйте за мной. Бантик готов, украшаем коробочку. Получается красота! Сюрприз получился просто вау! Таким оригинальным подарком вы точно удивите своих друзей, родных и близких. Если понравилась идея, поставь лайк и поделись этим видео с друзьями. Им тоже будет интересно посмотреть. Сначала делаем кнопку «Амангаз». Берем плотную бумагу и раскрашиваем ее в цвета подставки для кнопки. Я использую маркеры.
Внутри квадратик раскрашиваем серым цветом. Благодаря широкому стержню очень быстро и удобно. Края раскрашиваем в желтый цвет и добавляем черные полосочки. Из любой ненужной ручки достаем пружинку и берем крышку от пластиковой бутылки, желательно красного цвета. Если же такой не нашлось, можно обклеить ее красной бумагой или фоамираном. Пружинку вклеиваем в крышку, а затем и в центр серого квадрата. Я использую горячий клей. Если такого нет, можно использовать кусочек скотча. Первый антистресс для фиджет-борда готов. Для второго антистресса нужны зубочистки. Отрезаем острые края и окрашиваем в разные цвета. Я использую те же маркеры. Для следующего антистресса нужен пакет с зип-застежкой. Саму застежку отрезаем вот так и обрезаем края. Сверху на двусторонний скотч приклеиваем полосочку бумаги или фоамирана. А сверху малюсенького амангаса. Я его нарисовала и вырезала из тонкого картона. Черным маркером рисуем стрелочку. Из картона вырезаем вот такую заготовку и раскрашиваем ее черным маркером. Сделаем кнопки пупырки из фоамирана. Берем кубик, его можно сделать, склеив квадратики плотного картона. Греем фоамиран, кладем на форму, сверху фиксируем. Следующим антистрессом будет сквиш. Берем пакетик, в котором отрезали зип-застежку, на листочке рисуем экран из игры Among Us и кладем вовнутрь. В качестве наполнителя я использую синтепон. Заклеиваем кусочками скотча. Перманентным маркером рисуем черную рамочку. И сквиш готов! Самое интересное – это собирать фиджет-борд.
ездит. А этой кнопкой можно играть по-разному. Она и пружинит, и нажимается. А эти цветные палочки-зубочистки трещат или тарахтят. Кодовую панель я повторила из игры. Можно щелкать, не перещелкать. А мягкие сквиши уж точно снимет любой стресс. Ребята, а как вам такой фиджет-борд? Какой из антистрессов понравился больше всего? Напишите в комментариях. Отвечу всем обязательно. Распечатываем или рисуем шаблон для куба. Обводим и вырезаем заготовку на картоне. Я решила раскрасить картон акриловыми красками. Можно фломастерами, маркерами или просто обклеить цветной бумагой. Выбираем яркие цвета. Я очень люблю раскрашивать красками. Для меня это один из лучших антистрессов. Акриловые краски хорошо ложатся на поверхность и быстро сохнут. Если хочешь первым смотреть наши новые суперролики, нажимай на колокольчик, и ты получишь уведомления о новом выпуске на «Идейки за копейки».Берем квадратик картона и обклеиваем его бумагой или, как и я, голографическим декоративным скотчем. Из полосочек фоамирана собираем лабиринт. У меня получилось как-то так. Из пластика от упаковки я собрала вот такую прозрачную крышечку. Вовнутрь можно положить бусинку, а я решила отправить в плавание вот такую миниатюрную фигурку-рыбку. Закрываем лабиринт и фиксируем со всех сторон кусочками скотча. Первый антистресс готов. Для второго нам нужен слайм, и я впервые решила его сделать сама. Для этого нам нужен клей ПВА. Попробую добавить немного пены для бритья и все хорошенько перемешать ложечкой. Добавляем любой краситель. У меня для пасхальных яиц. Можно добавить гуашь или акриловую краску. А также добавим немного глиттера. А теперь нужен активатор. У меня тетраборат натрия. Главное не переборщить, чтобы слайм не стал резиновым. Хорошо все вымешиваем ложечкой. Когда отходит от стенок посуды, можно брать в руки и разминать. Ух ты! Слайм у меня получился! Отрываем небольшой кусочек, берем пустую баночку от глиттера и помещаем в нее слайм, сколько поместится. На сторонах коробочки делаем отверстие для лабиринта, баночки, слайма и бусинок. Лабиринт фиксируем с внутренней стороны клеем. Я использую горячий клей. Очень быстро и удобно. Главное, нужно быть аккуратным, чтобы не обжечься. Берем две полосочки плотного картона или пенокартона. Обклеиваем бумагой или декоративным скотчем. Вырезаем и обклеиваем квадратик из картона. Нам нужны бусины и плод.
Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Бусинку и колпачок от маркера греем фоамиран, кладем на бусинку и сверху фиксируем колпачком. Все пупырки вырезаем и в каждое из них делаем проколы циркулем или иголочкой, чтобы при нажатии они возвращались в свое положение. Клеим их в любом порядке, можно в форме сердца или цветка. Собираем куб антистресс. Все края я обклеила голографическим декоративным скотчем. Над этим антистрессом пришлось потрудиться 2 дня. Надеюсь, я заслужила ваш лайк за мои старания. Здесь и лабиринт, и мягкие пупырки, которые можно нажимать. И пуговицы, которые крутятся и прикольно трещат. Их можно долго крутить в одну сторону, а когда отпускаешь, они классно крутятся, как юла. Спиннер можно крутить в обе стороны. Ребята, все, кто дал правильный ответ, ловите от нас большой привет! Бусинками можно пощелкать и поиграть. А баночка со слаймом — самая настоящая находка. В слайм я добавила цветные пенопластовые шарики. В одном кубике поместилось 5 суперских антистрессов. Ребята, как вам такая идея? Если понравилось, не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Всем отличного настроения, крепкого здоровья и никаких стрессов. Спасибо, что вы с нами. Всем пока-пока!